приятно осознавать, что на рынке у нас есть достойная продукция от нашего производителя, компания, как, наверное, догадались, называется Vortech. Будем всячески ее поддерживать. А в данном случае, недавно, кстати, был обзор у нас по подсумку для АК-версии, а это, как, наверное, догадываетесь, подсумки для магазинов КМ-версии. То есть к платформе, так скажем, R15, если брать реальные образцы вооружения. Цвет здесь у нас будет олива, материал 100% полиэстер, синтетический материал, получаем прочность, водонепроницаемость, износостойкость, невыцветаемость и все ништяки. Поскольку это дело не прилегает к телу и никак нам навредить не способно, натуральность нам здесь ни к чему. Крепление молли, швы, обвесы, клепки и так далее. Достойно все сделано на уровне. Сами магазины помещаются в кармашке, высота 17 см, толщина 5 и ширина 8,5. Магазины там будут фиксироваться за счет лайкры, то бишь самая обыкновенная липучка. Да, кстати, классный дизайн вот этой картоночки, мне очень нравится, также снизу выглядывают насы дренажи на случай, если будет попадать мусор, вода, песок и так далее, все это дело будет оттуда просто-напросто вываливаться. Так что, если вы счастливый обладатель привода M-серии, могу вам посоветовать подсумки нашего производителя.